Сегодня мы пришли к бабе Наде, купили ей продукты от преподавателя Жаннабель, за что она очень благодарна. Жаннабель учит нас доброте, милосердию, благотворительность, ищет таких же нуждающихся и помогает им. Мы купили продуктовый набор, все, что необходимо: сахар, крупы, молочные продукты, масло, консервы. Баба Надя поблагодарит преподавателя Жаннабель. Благодарю преподавателя Жаннабель за открытое сердце, за ее, за великодушие, за милосердие. Желаю удачи на этом нелегком, трудном пути. Спасибо вам большое, баба Надя. Возьмите продукты. Благодарю. Принимаю с благодарностью. Спасибо вам большое. Баба Надя поблагодарила преподавателя Жаннабель за ее доброту и доброе сердце.